Всем привет! Вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет! Сегодня посмотрим видео на канале Моргенштерн. Прощайте или нет? Давайте посмотрим. Алишер Моргенштерн разоблачил самого себя в последнем видео на своем YouTube-канале. Моргенштерн разоблачил самого себя. Говорился, типа, он самый трушный и поднялся снизу. Это, блин, так странно. Нас просто наебали. Настолько сильно наебали, что нам пришлось, блядь, классно так сделано, типа, озвучка я такая... Я не смог его зашить до сих пор. В голове. Моргенштерн был проектом. То есть чувак не сам взял и поднялся снизу, а его просто помогли, его спродюсировали. Некоторые фанаты действительно расстроились, что все это время их обманывали. А, это голоса ютуберов разных, точно. Кто нас ждет дальше вообще, как это все будет развиваться? Всех, блядь, заставило себе говорить и слушать себя, и даже свои старые треки, типа. Мы с вами можем строить дофига теорий, просто дофига, огромную сетку теорий, но мы не узнаем правду. Вот он сейчас уйдет, а как же так? А кому же я буду теперь ругать? Он вызывал у меня эмоции. Он дергал за струны моей души. С остальными современными творцами, которые находятся в тренде, у меня такого нет. Одно непопулярное решение с другим непопулярным решением. И эти непопулярные решения сделали его еще известнее. Так все сделано. Такой дым. Зачем вообще классно. Кто же такой класс? Очередная платформа разъебана. YouTube разъебан, ВКонтакте разъебана. Мне прям сейчас слеза пойдет опять. Нам порвали ебало. Рок-н-ролл — это свобода быть честным. Блин, ну так жалко, если честно. Проплакать буду. Ну что, теперь-то получилось вызвать эмоции? Посмотри в эти глаза. И еще раз. Посмотри в эти глаза. И если кто-нибудь хоть раз посмеет сказать, что ты чего-то не можешь, вспомни эти глаза. Будь то друг, подруга, тёлка, парень, учителя, преподы, ректор, родители, да кто угодно, хоть раз посмеет сказать тебе, что ты чего-то не можешь, вспомни эти глаза. И пошли его нахуй. Не растрачивай себя впустую, ведь жизнь коротка, и все мы рано или поздно сыграем в ящик. Но вот останется ли память, зависит только от нас самих. Мое имя уже затесалось в головы миллионов человек. И теперь мой долг – оставить в истории людей, без которых меня бы попросту не было. В Инстаграме я уже познакомил вас с Сергеем Николаевичем, врачом, который спас мне жизнь. А теперь я хочу познакомить вас со своим отцом. И зовут его... Валеев Тагир Фагимович. Валеев Тагир Фагимович. И если кого и можно назвать моим продюсером, то только его и мою мать. И с мамой я вас еще успею познакомить. А вот отец ушел из жизни в 2009 году. И еще раз, посмотри в эти глаза. Если хоть кто-нибудь, хоть раз, скажет тебе, что ты чего-то не можешь сам, вспомни эти глаза. Ну а это дядя Миша. Он любезно согласился мне помочь и отыграл образ отца. Ну а перед вами, друзья, я хочу извиниться. Извините, что ввел вас в заблуждение. Извините, кого разочаровал. Но вы же помните, чтобы чему-то научить, порой нужно поиграться с чувствами. Ну а что касается канала, с видеоблогингом я действительно заканчиваю. YouTube — это пройденный этап. Нужно двигаться дальше. Нужно давать дорогу молодым. Йоу, это же этот... Чили, да? Чили, да? Эдвард Билл, точно. Чили. Йоу, я там, не знаю. Чили, блядь! Йоу. Ну вот и все. Пальмы больше нет. И ананаса тоже нет. Йоу. Ну а я рад знакомству с вами. Татушку ставит на вас. Меня зовут Алишер Тагирович Моргенштерн. Я ваш родственнику! Меня выгнали со школы! Привет моим учителям! Просто вам не нравилось, что я не такой! Не такой, как нужно вам! На твой вашу школу тюрьму! Вот такое вот видео получилось.
понравилось вам или нет. Напишите ниже комментарий под видео, понравилось вам видео или нет. Мне, в принципе, понравилось. В принципе, да, необычно. Особенно в конце, вот это вообще неожиданно. Эдвард бил Чида, блядь, это вообще жесть. Ну, я думаю, мы Лишара еще увидим. Его видосы, я думаю, по-любому будут еще на вашем канале. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.